Добрый день! Расскажу о варианте компоновки карабина на базе AR-15. У меня в руках карабин российского производства GM-15 в калибре 7,62. Расскажу о тюнинге и прицельных приспособлениях, которые здесь установлены, а также постреляю. Меня зовут Анастасия. Начну с тюнинга. Здесь установлено цевьё Joker 2. У него направляющий базис по бокам и снизу, а сверху планка Picatinny. В него интегрирован прибор комбинированный перст Joker. Перст Joker – это не серийное изделие, но оно стало прототипом для нашего прибора комбинированного перст Leader, испытание которого мы недавно начали. Это прицельный комплекс, который интегрирован внутрь тюнинга. В данном случае это брат перста 4-го. Прицельный комплекс 2 в одном, лазер видимый и инфракрасный. Видимый зеленый – он такой же, как в персте 4-м. Посмотрите, как хорошо он виден при свете дня. С ним в паре фонарь клещ 2. Клещ 2 – это фонарь в двух диапазонах, видимом и инфракрасном. Он установлен на кронштейне B9L. B9L устанавливается напрямую на направляющую базис. Также на базисе установлен упор RL1, для комфорта удержания, и антапка A2L. Она очень компактная и удобная. Спереди стабилизатор выстрела SV-AR-15. Он родственен нашему стабилизатору выстрела SV-SAIGA-9. Сзади рукоятка пистолетная RK-9-AR-15. И, наконец-таки, самая интересная новинка – это коллиматорный прицел «Взор 1». В данном случае он установлен на платформе, которая повышает его на 30 мм. То есть, когда я прикладываюсь к прикладу, прицельная точка оказывается ровно на уровне глаз. Давайте постреляем. Как видите, стрелять с тюнингом и приборами комбинированными производства зенитки – одно удовольствие. Если же говорить о «Взоре 1», то он поступит в продажу в ближайшие недели. Понравилось видео – ставьте лайк, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях. Наши изделия, о которых я сегодня говорила, а также другие, можно приобрести в нашем интернет-магазине zenitka.ru, а также у официальных партнеров. Список официальных партнеров перечислен на сайте zenitka.ru в разделе «Партнеры». Скоро увидимся. До свидания.